Рассмотрим гидрофильное масло от Einlip Calamansi Vita Cleansing Oil. Достанем его из картонной упаковки. Цитрусовое гидрофильное масло с экстрактом каламанси не только тщательно расщепляет формулы продуктов декоративной косметики и очищает поры от различных загрязнений, но и улучшает цвет лица. Экстракт каламанси тонизирует кожу, возвращая ей здоровое сияние. Данный фрукт также обладает антисептическими свойствами и предупреждает размножение вредных микробов, вызывающих воспаление. Масло камелии в составе средства является естественным источником растительного сквалана, который реанимирует поврежденный липидный слой, устраняет признаки обезвоживания и восстанавливает барьерные функции эпидермиса. Масло виноградной косточки контролирует работу сальных желез, снижает секрецию себума и уменьшает жирность кожи. Также в составе экстракт ромашки и шалфея. Витамин С обладает противовоспалительной активностью, стимулирует регенерацию тканей и повышает иммунный потенциал эпидермального покрова. Витамин Е поддерживает упругость и эластичность кожи. Рассмотрим способ применения. Перед первым использованием уберем защитный фиксатор. Необходимо нанести небольшое количество гидрофильного масла на лицо, затем осуществить легкий массаж, растворяя косметику. Затем смочить ладони водой и продолжить массаж до появления белесой эмульсии. После чего средство необходимо смыть теплой водой. Обязательно удалить остатки гидрофильного масла пенкой для умывания. Объем продукта 150 мл. Масло имеет приятный цитрусовый аромат.